Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. Значит, хочу сегодня поговорить о бензокосах. Вот. А в частности, о насадках разных. Понятное дело, что всем все известно, всем все понятно, какие катушки, кому какие нравятся. У меня тоже тут их коллекция целая. Есть даже вот такие вот, которые просто заряжают леску, да, без катушки. Леска — это четверка. Вот такого плана и вот такого плана. Которая без винта, просто заводится леска. Элементарно просто. Когда она стирается, да, вот, спокойно ее достаешь и новый кусок заряжаешь. Только нарубать остается. Вот эти вот катушки, они работают под самой землей и выбивают все под самый корень. Вот, хотел поговорить об вот таких насадках, которые косят под самый корень. Вот, сами знаете, да, когда начинаешь выбивать траву, все, что лежит на земле, все это прекрасно поднимается и летит, сами знаете, куда. В основном все в оператора, будем так говорить, да. Так что, получается, нужно себя немножко обезопасить и защитить. В общем, выход есть. Сделал я вот такую вот штукенцию. Нашел кусок пластмассы. Вырезал по нужному мне размеру. И прикручивается все это дело вот так вот сюда. То есть получается вот такой, такая защита, такой щиток. Его можно сделать из жести. Вот сюда вставить, загнуть и прикрутить. Прикрутил я так произвольно на 6 саморезов. Пресс-шайба. Вот также можно сделать это дело и здесь. Либо из жести вырезать сюда. Прикрутить, да, и сюда, в этот бортик, либо какую-нибудь старую канистру взять, обрезать, вот она там, где вот бока заворачиваются, как раз она будет стоять отлично. И что хочу сказать, намного чище одежда, все, что поднимает леска с земли, все бьется вот в этот щиток. Вот здесь вы не поверите, сколько собирается вот в этом углу. Сейчас я это все дело покажу. Травы, земли. И когда вот сейчас пойду в сад косить, там лежат уже сливы зеленые, опавшие в траве. Вот. Они летят как пули, будем так говорить. Поэтому буду косить вот такой вот насадочкой. Мне она что-то понравилась больше, чем вот эта. Наверное, из-за того, что у нее здесь пошире, и она вот, у нее там загибы такие. Вот. В общем, отлично отрабатывает, лучше отрабатывает, чем вот это, на мой взгляд. Так что как-то так. В общем, харе ля-ля, погнали косить. Сейчас прикручиваю вот этот щиток сюда, элементарно просто, ровно. Занимает это 10 секунд делов. Вот так это выглядит. Вот, она была так согнута, ну, оставил. Вот.
толщина где-то, не знаю, миллиметра 4 пластмасса. Вот так это отсюда, сверху. И она немножко получается под углом. То есть, когда косу поднимаешь, она смотрит как-то вот так вот. То есть, она отбивает и в землю. Вот. Все, погнали косить. Забыл сказать, что вот эту снизу штукенцию, вот которая с ножом-отсекателем стоит, я ее снял. То есть она снимается, две защелки этих. И вот этот тогда щиток, низ защиты, да, и вот этот, идет по над самой землей. Когда стояла вот эта штука, не давала она опуститься до земли. Вот. Вот тут сливы лежат, которые поосыпались. Вот за них я и говорил как раз таки. Слышно, как по забору, да? Ну хоть ни в ноги, ни в лицо, никуда они не летят из-за щитка. Щиток не дает лететь на оператора. Обалденно получилось. В общем, выкосил весь, ну, по крайней мере, часть сада. Это здесь часть. Там еще за огородом, но тем не менее надо было покосить здесь. Вот, вот сколько собирается мусора, да, земля, все это трава. Вот здесь вот был угол, вот, и вот это все полетело бы на меня. Сейчас даже что-нибудь возьму, попробую почистить прямо на дорожке. Вот. Вот оно, вот это все дело. Ну понятно, что там рассказывать. В общем, отличную штуку сделал. Вот эту защиту, вот он, уголок появился. Леска подизбилась, была 13 сантиметров, сейчас, наверное, сантиметров уже осталось 8. Вот как-то так. Трава. Вот они, ботинки. Абсолютно. Ну, это они были грязные, я имею в виду. Нет этой травы зеленой, свежей. Тут какая-то паутина. Не знаю, это, наверное, по траве где-то шарканул или между деревьями. В общем, одежда чистая полностью. Работал вот в одних очках. Без шлема этого, сетки. В общем, понравилась мне эта доделка. Рекомендую, у кого есть косы.
сделать вот этот быстросъемный, это такой вот щиток. Если нужно косить под землей, вещи обалденные. Так что, кому понравилось, ставьте лайкос, пишите комментарий. С вами был Санек. Еще увидимся. Так, а тут яблочки растут, еще зеленые. А вот слива. Слива, вон. Просто облитая. Дерево такое маленькое. А ветки аж ломает. Ну, сливы аж сладкие. Вот так вот.